Главный поединок шоу, друзья. Introducing to you first the challenger fighting tonight out of the blue corner. He's wearing black and gold and weighed in at 174.6 pounds. Coming to us from Laval, Quebec, Canada. He was a 2004 Olympian and now is a professional. Has a record consisting of 33 wins, 5 defeats, 1 draw, 1 no contest, with 20 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the former Ring Magazine, IBO, and WBC light heavyweight champion of the world, Jean Pascal! 5 points, 1 defeat. And his opponent across the ring in this main event, he is the defending champion fighting tonight out of the red corner. He comes to the ring wearing silver and weighed in at 174.4 pounds. Hailing from St. Petersburg, Russia, he is undefeated with 14 wins. 11 of his 14 wins come by way of knockout. Ladies and gentlemen, tonight in his third world title defense, here is the reigning WBA light heavyweight champion of the world, Dmitry Bivol! Еще раз напоминают нам правила этого боя. Бой не будет остановлен, если соперник будет трижды в раунде. Championship of the world. Если соперник трижды в раунде побывает на раунде. Ну, эти правила вам все хорошо известны. 12-й раундовый бой. Жан Паскаль, который, конечно, прошел уже пик своей карьеры. Так можно выразиться, потому что действительно был очень хорош. Но хорош был до поединка с Сергеем Ковалевым, который дважды проиграл, проиграл дважды досрочно. У него также поражение от Бернарда Хопкинса. Ну а всех, конечно, он поразил, когда сумел победить в 11-м раунде Чарли Доусона. Завоевать титул. Но, тем не менее, этого боксера нельзя недооценивать в бою. Ни в коем случае. Паскаля очень сильный удар. Пока он этого качества не потерял. После Сергея Ковалева, после поражения от Сергея Ковалева, он выиграл такого несерьезного соперника. Потом встретился с Лейдером Альваресом. Проиграл ему по очкам. Большинством голосов. Непростой был поединок для Альвареса, ну и, в общем-то, там Паскаль показал себя очень неплохо, но после этого заявил, что, наверное, будет заканчивать свою карьеру. Но потом вот решил все-таки вернуться, выиграл у одного новичка, у Стива Босса. Ну и вот решил выйти на бой против Дмитрия Бивола, на титульный бой. Ну, что значит выйти, да? Просто, может быть, кто-нибудь был бы и посерьезнее на сегодняшний день из соперников у Дмитрия Бивола, но их никого не осталось, все разобраны. У каждого свой бой, и соперников серьезнее и посильнее Паскаля просто не нашлось. Но еще раз скажу, Паскаль по-прежнему опасен. Он очень хорошо готовился, вы видите, да, в каком физическом составе находится канадец. Он габаритный боксер, мощный, очень атлетичный. И взвешивание сейчас, конечно, превосходит Дмитрия Бивола. Бивол не спешит, работает четко.
него прекрасное чувство дистанции, прекрасная реакция. Перед тем он, у него была защита, он, предыдущая защита, он выиграл у Айзека Чилембы. Выиграл. По очкам. Все 12 раундов. Выиграл очень убедительно, но многие начали говорить, что вот, было. Начал терять удары. Начал всю дистанцию. Но друзья, это совершенно не так. Красавчик! Он твой, Дима. Все. Вот здесь раздергиваешь его и не бьешь. На длинной ручке. Тогда вышел в дырку. Бам! Уже пару раз он схлопотал. Уже поплыл человек. Не надо спешить. Спокойно. Напряг. Все время я в дистанции напрягаю. И проваливаю. Dans des combinaisons plus courtes en début de combat, c'est un peu trop tendu, c'est normal. Alright, la glace est brisée, mais reste sharp en défensé. Les pieds bien grandés dans le milieu du ring. Feinte les gens, continue à feinter ce plancher, il réagit. De l'autre côté, dans un de tes coups de poing, alright? Absolument, d'avis, il y a du coup. Il ne se passera rien de bon dans le cadre. Понимаю, другой без полуслова. Давно, очень давно работают вместе. Начиная с успехов в любительской карьере Дмитрия. Ну и вот сейчас этот тандем прекрасно выступает в профессионалах. Четырнадцать боев, 14 побед, 11 досрочных. Все это подтверждает их совместную работу. Очень успешно. В атаке Дмитрий. Я начал говорить, что многие стали, ну если не пенять, то как бы так вот немножко строк говорить о том, что Дмитрий Бивол все-таки не имеет такого вот нокаутирующего удара, как, предположим, тот же Сергей Ковалев. Но Дмитрий Бивол – боксер высокого интеллекта в ринге. Это самое главное. Он прекрасно читает бой, он прекрасно видит и просчитывает своего соперника. И вы знаете, настоящие любители бокса, тонкие ценители, если так можно выразиться, они не всегда предпочитают нокаутеров, которые выходят и сносят соперника в ринге, там, тем более в начале боя. Хочется иногда посмотреть вот за этими шахматами в квадрате ринга. Посмотреть и почувствовать, как переигрывает, как ведет себя в каждой ситуации, как умело ткет вот эту ткань поединка боксер. И вот Дмитрий Бивол в этом плане, конечно, дает гораздо большую пищу для наслаждения, для удовольствия своими действиями. Паскаль очень надеется на свой удар. Это, конечно, его решающий козырь. Что-что, а в этом компоненте он превосходит очень многих. Но удар надо подготовить, удар надо донести до цели. Удар должен быть точным. Чтобы это не произошло, у Дмитрия огромное множество своих контраргументов. Хорошая такая прямая атака.
Не потерял равновесие. Смотри, попробуй на выходе поймать. Ловишь на выходе, да? Но он уже влетает в дистанцию. А мне надо, чтобы ты от своей работы сработал. Дернул и от своей работы сработал. Понял? Не от него, а от своей. Даешь ему улететь. И поэтому коротко получается. Все. Все точно. Сергей Кузьмин. Продолжает с дистанции искать и находить цель. Постоянно сбивает с прицела соперника, не дает ему собраться, подготовить вот этот свой удар. Шанса. Еще раз вы увидите, как четко со средней дистанции работает Дмитрий. Еще раз хочется подчеркнуть вот этот очень успешный тандем Геннадия Машьянова и Бивола. Кстати, Машьянов ведь тренирует и Сергея Кузьмина. Также боксер из Санкт-Петербурга, который с ним работали еще в любителе. Ничего пока. Паскаль не смог придумать за вот эти три раунда ни одну удачную атаку. Bout que tu t'es mis les mains en face. Ouais. Hein, il a reculé, on l'a fait reculer, tu comprends? Il recule, ça là. Hein. Si tu te ramasses encore d'un cadre, tu descends ta tête, tu rentres en marchant dans l'île, tu reviens, tu le fais tourner. Tu peux rester en avant d'un cadre. Là, on fait pas le combat qu'on se pourrait faire. Ouais, parce que t'es bien plus actif que ça. Quand t'es actif, quand t'es agressif, tu le fais hésiter puis il recule. C'est ça qu'on veut, genre. Il va peut-être rentrer dans ta droite, tu comprends? Mais pour ça, on en lance des droites. On lance à peu près 12 qui est le premier round qui est passé. C'est pas assez, tu m'as compris? Pour lancer les coups de poing, Jean. Force-les pas. Pas de pace. Et в этом сумбуре все-таки супруга Паскаля на ваших планах. И в этой драке, если он сумеет ее навязать, попытаться, конечно, поймать свою золотую рыбку. Но еще раз скажу, Дмитрий боксер очень чувствительный и очень дисциплинированный. Конечно, сделать это Паскалю будет неимоверно трудно. Ты
Вот эти удары прямые в туловище кажутся такими безобидными, но они, помимо того, что сбивают с прицела Паскаля, они довольно чувствительными получаются. Увидели попытка Паскаля броситься на соперника. Но еще раз скажу, то, как чувствует Дмитрий дистанцию, это просто великолепно. Ну вот сумел все-таки донести перчатку до корпуса Паскаль. Не очень сумел зафиксировать, такой чуть-чуть шлепок получился. Но тем не менее, такие моменты надо исключать. Пытается выдернуть на себя. Ну вот. Чем закончилась эта пауза? Вы все прекрасно видели. То, что от него требовалось, наверное, входит в ближнюю дистанцию. Попытка ударить по туловищу. И вот. Чем все закончилось, но рефери не открыл счет. А что он там зацепился за ногу? Удар был, в принципе. Но это не важно. Раунд все равно выигрывается. А 10-8 или 10-9 это уже... В контексте этого поединка не так важно. Он упал от удара, ты прочувствовал? Слышали, упал, да? От удара. Надо было на руке подержать и надевать. Геннадий Мучанов солидарен со мной. Он упал туда. Все чисто, все чисто. Спокойно. Ручки, когда ближние остаются, здесь у носа, не надо их вверх задирать. Понял? И на левый, хорошо, левый держит. Да, 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 все. Не выше носа. Правый туда, да, хорошо. Левый по печени головы. Хорошо попал, он затасковал. Так, удар был такой, что... Потому что чуть выше открываются опасные... И печень, зону и вот этот ударил за руку туда видели, правой. И видели, куда пытался пробить Паскаль. Вот, смотрим повтор. Ну, конечно, удар. Конечно, удар, попытка ответить, но уже баланс был потерян. Пятый раунд. И по-прежнему у Паскаля практически не было ничего, что могло бы внушить ему какой-то оптимизм. Очень важно, что свои бои вот эти... защиты своей, потому что пояс ВБА Дмитрий завоевал без боя, он был временным чемпионом, потом обладатель отказался от боя, и пояс, чемпионский пояс перешел к Дмитрию уже полноценно. Потом были вот эти защиты, это третье. И очень важно, что он проводит бои здесь, на ринге в США, в данном случае в Атлантик-Сити, потому что надо приучать к себе вот эту аудиторию, надо
создавать фанатскую базу. Это все профессиональный бокс, это работа. От этого будут зависеть во многом гонорары дальнейшие. Продолжает вот так вот, на первый взгляд, бесхитростно, да, атаковать. Чаще всего по прямой Дмитрий Бивол. Ну, посмотрите. Новиц, соперник, эти прямые атаки пропускает. Сейчас в таком глубоком клинче пытался отдышаться Жан Паскаль. Очередное подтверждение тому, что ну, ни секунды не дает собраться с мыслями, подготовить что-либо опытное в атаке Жану Паскалю Дмитрий Бивол. А когда тот так вот спонтанно пытается что-то сделать в атаке, тут же нарывается на очень точное контрдействие. Раунд подходит к концу. Совершенно бесплодно для Паскаля. Ай, молодец, сейчас навстречу, на выходе правой прямой плечо воткнул. Нос вытрите чуть-чуть. Не сморкать. Чем он доволен? Доволен всем, что делает. Нос сделаем. Лучников. Очищает нос. Вывору. Замечательно. Можно считать уже один из лучших боксеров, который дает в элиту мировую. Он очень востребован. Он живет в самолетах. Вот это очень смешная, конечно, атака Паскаля с этой верхней точки. Особенно вот наглядно было. Шестой раунд. Такое впечатление, что Бивол даже не спотел. Работает спокойно, темп, который он поставил, и ритм, он ему удобный, у него все получается, смотрите, раз за разом. Что-то не было. Было замечание, что Паскаль сначала схватился, пытался таким клинчем за талию остановить бой. Когда рефери не остановил, он нанес откуда. Ну ладно, это мелочи. На Бивола это никак не подействовало. Он продолжает свою атаку. Он продолжает методично переигрывать соперника. Смотрите. Каждый эпизод. Каждый эпизод – это подтверждение превосходства российского боксера. Конечно же, компания «Мир бокса» не может быть недовольна таким приобретением, как Дмитрий Бивол. Это жемчужина
алмаз даже, можно сказать, в этой команде. Замечательно. Очень точный удар туда в область печени. Встряхнул соперника. Их отличный апперкот. Сколько же уже она пропускала ударов, Паскаль? Ну, терпит. Пока терпит. На всех боях отец Дмитрия. Не просто даешь левую, знаешь, ничего даешь, тянешь его на себя левым прямым. И на его движение, то он прыгнул правый, пусто-пусто между рук туда правый. Он прыгнул, ты до этого Брауни попал, пошел вниз, в бок. Понял? Очень точные дельные советы. Под этот удар. Который так встряхнул канадского боксера. Да, чувствуйте нам. Седьмой раунд. Вторая половина боя. Пока у Паскаля шансов не было. Я не сомневаюсь, что на данный момент такой счет. Вот посмотрите, да? Сначала легкими атаками, потом просто набрасывал удары. Бил, как бы чуть-чуть успокоил соперника. И тут же взрыв, мощный, результативная серия. Сработал два эпизода. Пытается выдернуть на себя Паскаля сейчас. Но Паскаль понял. Вот чем заканчиваются его выпады. Снова Дмитрий прячет свою комбинацию, прячет взрывной удар. Паскаль не может понять, что же противопоставить, что сделать в ответ. Некоторые любители бокса противопоставляют вот этот бой двум поединкам Паскаля с Сергеем Ковалевым, который Ковалев выиграл досрочно, причем очень убедительно. Но вы знаете, во-первых, разные боксеры совершенно, Дмитрий Билов и Сергей Ковалев. Еще раз скажу, что здесь он совершенно не стремится к накану. Успел сейчас все-таки его пустить и
чем пришел сюда. Помогать под раунд. Дмитрий Бирова. Мощный бицепс соперник. Там побежал. Погнать, и мы с ним окей. Да, да. Ты там на просто фейнте. En mode défensif, il touche beaucoup moins dans ce temps-là. Quand tu te mets reculé avec tes mains basses, on se fait toucher partout. J'aime pas ça. Ce qu'on va essayer, c'est encore tes mains hautes. Mets ton jab au corps, ta droite en haut, pas trop long. Не вставляй сердце или что-либо. Выбрал цель, туда входил. Понял? И спрячь, спрячь основной удар. Вы видели эти броски, которые Паскаль пытался совершить? Даже вот тот повтор, когда он бросался двумя ударами одновременно с двух рук боковые удары выбросил. Ну, никакого эффекта. Ну, сейчас Дмитрий пропустил. Вот это, пожалуй, единственный удар, который удался Паскалю за весь бой. И он рискует. Он рискует, он пошел вперед, выбрасывает мощнейшие вот эти боковые удары. Вы слышите, как зал оживился. Зал почувствовал, что может что-то измениться в бою, который, в общем-то, так вот однообразно шел в одну калитку, если можно так сказать, допустим, такое болельщическое выражение. Но Дмитрий тут же отвечает. Он выдержал эту атаку, очень опасную, надо признать, и тут же сейчас пытается взять реванш. Еще 2 минуты в этом раунде. Паскаль устал, безусловно. Эта длинная атака его вымотала. И вот чем все заканчивается. Паскаль в клинче. Но еще раз скажу, атака была опасная. В какой-то момент Дмитрий чуть-чуть потерял концентрацию. Но сейчас уже все восстановлено. Ну вот так вот. Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Дмитрий, в общем-то, правильно сделал. Легко на него сверху. Этот тоже. При этом тоже силы у соперника теряются. А силы сейчас очень нужны Паскалю. Напоминаю, 8-й раунд заканчивается. Снова такой небольшой навальчик. Но особенно этим злоупотреблять тоже не стоит. Дмитрий красиво переигрывает боксер на соперника. В течение всего боя. Да, и небольшая гематома. Вот результат той агрессивной вспышки со стороны Паскаля, которая была в начале раунда. Большая гематома. И убила под левым глазом. Снова вспышка Паскаля. Под конец пытается он все-таки забрать этот раунд. Ну, может, судьи отдадут его. Она все не это, в принципе. А общий результат пока мало влияет. И вы видите, да? Чем вот эти вспышки Паскаля закончились для его функционального состояния. Он очень тяжело дышит. Там было 2 попадания, остальное, конечно, было не очень серьезно, но впечатляет. Попытка украсть концовку со стороны Паскаля. Может, судьи обойдут. Еще раз скажу. На фоне всех остальных 3 минут это локальный успех. 9-й раунд. Скотч размотался. Ну, очень
нужно для Паскаля перерывчик случился. Ну вот тут еще. Скочный как раз браток не может. А время идет. Рефери торопит секундарку. Зрители все прекрасно понимают. Вы слышите реакцию зала. Конечно, в перчатках трудно, второй. Да, солидный перерывчик. Паскалю это просто было очень необходимо. Ну ладно. Ну вот он. Отдышавшись, пытается что-то соорудить в начале девятого раунда. Выбрасывают такие резкие джебы. До цели они не доходят. Здорово поставил сейчас предплечье Дмитрий. Ну а что делать дальше Паскалю? Задумался. Дима, вы слышите болельщиков Дмитрия. Дружно поддерживает они нашего боксера. Это приятно слышать здесь, в Атлантик-Сити. Вот так вот, хорошо двигаясь на ногах. Дмитрий Билл контратаки разбивает все попытки Паскаля, который пытается что-то сделать в атаке. Мещанов как-то в одном из интервью сказал, что он советует своим подопечным самое главное — не получать серьезных травм в ринге, беречь голову и заканчивать свою карьеру на высочайшем уровне, но при этом не имея за время боев ни одной серьезной травмы, особенно травмы головы. Это очень важно для дальнейшей жизни, для любого боксера, для любого человека. Вот снова эта попытка Паскаля таким двойным боковым. Такого я еще никогда не видел ни у кого, но вот второй раз он пытается сделать в этом бою. Ну вот немножко успокоил Дмитрия своими вот этими непонятными выпадами. Один удар в конце раунда все-таки Паскалю удался. А? Отдохнул? Молодец. Молодец. Отдохнул? Сейчас какой раунд? Отдохнул, молодец. 10-й раунд. Говорит Мещанов. А сейчас можешь прихватить. Сейчас можешь прихватить. Только прихвати раза три в раунд. Если чувствуешь, что на кулак. Точно. В статистическом плане ведет тренер своего. On veut pas avoir de regrets. On lance des coups de poing, on gagnera pas, vous la prendre la main. Tu veux bien pareil, all right? Lance des coups de poing. Паскалю функционально не просто сейчас. 10-й раунд. 10-й, 11-й, 12-й называются финальные раунды чемпионскими. Но в этом бою
трудно сказать, что они таковые, потому что Дмитрий выиграл абсолютное большинство трехминутных боевых отрезков. Ну, может быть, один. Ну, если смотреть так в лупу, то он два раунда отдали для лузбой Паскаля. Ну, вот так вот. Все, Дмитрий осталось. Он чуть-чуть отдохнул в предыдущем раунде. И длинная серия. Паскаль был закрыт, конечно, но все равно там удары, которые в большей части в голову приходились. Но посмотрите, Паскаль. Вот. Вспомнил молодость. Решил выложить все последние силы в этом атаке. Как будто бы немного неожиданно для Дмитрия, как мне показалось. Но зрителям это понравилось. Прекрасно понимает, что он проигрывает бой, но хочет закончить его с честью. Буквально. Потому что многие говорили, что он вышел на этот бой, добился того, чтобы его поставили на этот поединок, только ради того, чтобы получить неплохой гонорар. Ну, сейчас вот он, ну, спортивную часть характера все-таки забирал, он пытается доказать, что для него важно доказать, что он еще хорош в бою, что он еще может что. Ну что ж, это только на руку нам, болельщикам, да? Бой становится интереснее, посмотрите. Дмитрий в защите. За блоком, опущенные лодки. Паскаль выкладывается. Выкладывается, причем да, неплохо. Вот этот раунд у него, пожалуй, лучше из всего, что мы видели. Здесь можно будет абсолютно согласиться с судьями, если они отдадут эти 3 минуты канадскому боксеру. Для того, чтобы нейтрализовать и попытаться отыграться в этом раунде и выиграть его, и было просто время. С этой удачной волны Паскаля. А то вот на эмоциях, так на кураже, у него остаток сил может выпустить сейчас. И 11-й раунд. Да, серьезная поддержка у Дмитрия. Еще раз скажу, великолепное чувство дистанции, реакция у нашего боксера. Паскалю тяжело. Очень много сил было в предыдущем раунде.
Ну, вы помните, до этого был долгий перерыв, когда приводили порядок обмотки на перчатку Паскаля. Вот тоже сыграло в его пользу. Опять-таки легкие удары со стороны Гуэя. Вот неплохо по туловищу и перевод потом в голову. Все больше паузы. Ну, Паскаль понятно, но сил осталось не так много. Ну, а Дмитрий сейчас рационально действует. Хочет все-таки вызвать соперника на себя. При этом, конечно, будет на чеку. Но Паскаль не бросается. Так вот, закрывшись за блоком, просто делает шаг вперед. Но Дмитрий меняет позицию, постоянно уходит вправо и влево. Разрывает дистанцию. Ну вот, все красиво, друзья. Ну посмотрите, это же эстетика бокса. Да? Как таким не бывает. Раунд полностью прошел под контролем Биола. Ну что ж, последний перерыв. Молодец. Вот сейчас артист, вот сейчас молодец. Слышите, да, реакция? Потащил на себя и хорошо расстреливать стал. Влево, вправо, со степи. Вот работа классическая, понял? Пробил назад, сразу могу поконтролировать левый и вдогонку, когда он отваливается. Крайний раунд, Дима. Сейчас вот напомнил, что предстоит финальный раунд. Да, это не так, как наш чемпион. Лан, Зан, Экипон, брюль-туэ, брюль-туэ, ты не будешь регрета. Мы не будем регрета здесь, хорошо? Дмитрий свеж. Индонезия объявляет, что осталось нам посмотреть заключительный финальный раунд. Напоминаю, Дмитрий Биол защищает свой пояс чемпиона ВДА. Защищает очень красиво. Искаль закрылся плечом. Ждал, что Дмитрий может подойдет, бросится на него поближе. Приготовился уйти справа, но Дмитрий на это не повелся. Выпад Паскаля, удар в корпус, неприятный. Ну все понятно, да, Паскаль понимает прекрасно, что бой проигран по очкам. И пытается все-таки что-то соорудить для нокаута. Это единственный выход для него. Вот Дмитрий тоже все это прекрасно понимает и не дает сопернику возможности собраться, подготовиться. Ну это так вообще. Такие теоретические выкладки с моей стороны, потому что, конечно, Паскалю шансов практически не осталось. Финальная минута.
все точно, все красиво, убедительно. Что ж, наверное, Паскалю, я не знаю, конечно, это дело его, его менеджера, его промоутера. Но, наверное, этим поединком, наверное, надо заканчивать карьеру. Потому что вот супруга канадского боксера, она довольна, что он прошел всю дистанцию, что он выдержал. Был чемпионом мира до конца. Но чемпионских боев, наверное, поставить уже получить не сможет. А просто выходить за небольшие гонорары, драться в ринге, ну, не знаю, это его личное дело. А хочется поздравить, конечно, Дмитрия Билова с отличной работой. Вы слышали, да? Много раз. Вывод, что говорил мне тренер. Тренер был очень доволен. Значит, план на бой выдержан. От и до. Вот отец Дмитрий помогает. Возможно, скотч на перчатке. Вот второй, с одной стороны, наручников. Дмитрий. Сережа Кузьмин. Вадим Корнилов. Замечательная команда. Замечательная. Ну что ж, Биллу надо идти дальше и, конечно же, как можно быстрее выходить на объединительный бой. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we go to the judges' scorecards. Judge Henry Grant scores it 117-111. And both judges, Lynn Carter and Carlos Ortiz, score it the same 119-109. All in favor of your winner by unanimous decision. And still, WBA light heavyweight champion of the world, Dmitry Bivol! И дальше надо объединять титулы. Еще раз повторю. Удачи Дмитрию. Замечательный бой. Думаю, вы получили удовольствие. Я пытался вам не мешать в этом плане. Для вас работал Борис Питко. Смотрите бокс, друзья. Не будете разочарованы. Держите удар в жизни. Все будет хорошо.